Юрий Павлович, в конце первого сбора вы сказали, что от ближайшего резерва ждете большего. Применительно к сегодняшней игре? Применительно к сегодняшней игре, но самое важное то, что мы прошли этот сбор и сыграли две последние игры. Каждому мы дали практически по 90 минут, имеем полную информацию по готовности каждого игрока. Не получили травмы. Физическое состояние и сегодняшний матч показал, что оно достаточно приличное, поэтому я в целом доволен. Болельщики вчерашний состав уже видят на матче против Ниццы. Насколько это правильный вывод? Ну, раз они видят, болельщики все знают. Может быть, такой будет. Ведран Чорлука, чувствуется, что он уже все лучше чувствует мяч, партнеров, поле? Ну, он неплохо сегодня сыграл, хотя... Первый тайм немножко сложный ему было, мне кажется. А самое главное, что нога в прекрасном состоянии его, которая была оперирована. Но он будет готовиться к Ницце. Будет ли в стартовом составе, я еще не знаю, кто будет. Поэтому... На него рассчитываем очень обязательно. И последний вопрос по персоналям. Это Рома Тугарев. Наконец он дебютировал. Что можете сказать о его 15, но все же, да, минутах? Я могу им всем сказать. Не только Рома Тугарева, а всем остальным. И всем остальным молодым ребятам. Они должны более качественно выходить и быть более настойчивыми в своих притязаниях играть в стартовом составе. Это всех касается.